Всем привет, ребятки! Вы на канале Duda Play. Мы продолжаем играть в игру Stickman против... против тюрьмы, так сказать. И у нас тут есть 5 кнопок. Ага. Так, нифига, не понял. Это что такое у нас? Вообще, как в нее играть, не понял. Так, красненькая штучка здесь. Дальше. Это нам нужно конвертик сделать, ребята. Давайте посмотрим. Может быть, что-то надо мышкой делать? Нет. Ничего не двигается. Ладно. Вот мы сделали мы одну, да? Штучку. Соединили, да? Так называемую. Хорошо. Офигеть. Как в тебя играть-то, алё? Так, верхняя, нижняя. Так, эту собрали. Дальше. Нет, нифига. Так, это у нас центр. Центр пока не трогаем. Так, давайте. Вот это получается красненьким загорается. Вот это загорается красненьким. Потом у нас вот это вот идет первое. Нет, а почему ты умер? Что не так я делаю, алё? Так, собрали конверт. Дальше. Так, хорошо. И вот эту собрали. Все, теперь серединку, так? Подожди, серединка же это у нас? Но. А что я не так сделал? Так, вот здесь я соединяю. Все. Теперь может надо как-то низ соединить, не знаю. А что ты умер? Так, соединили. Теперь верхушку соединяем. Верхушка у нас вот эта вот. И низушку тебе соединяем. Правильно? Дальше. И этот соединяем. В смысле? Да чё ж не так я сделал? Так? Правильно? Потом. Эту сторону мы сделали. Теперь эту соединяем. Потом эту. Потом вот эту. Соединили. Теперь, может быть, вот эту вот нажмем? Нет. Что-то, ну-ка, подождите, ребятушки. Так, ребятушки, значит, разобрались немножечко. Вот это идет первая. Потом идет вторая. Вот это вот наверху, которая. Наверху справа. Потом третья идет вот эта вот. Четвертая идет вот эта кнопочка. Пятая у нас вот эта идет верхняя. Слева. Шестая у нас, ребята, посерединке кнопочку нажимаем. И седьмую вот эту кнопочку, которая сверху справа. Все. Вот так вот надо рисовать конвертики, оказывается. И у нас, ребята, новый уровень, 98-й. Кто-то слишком много ест, называется. Ой-ой-ой-ой-ой, заваливается, нифига себе. Так, это тоже, значит, завалится. Все завалилось. Интересно, а лифт? Что с лифтом делать? Он тоже завалится, или интересно, или нет? А, нет, лифт работает почему-то, значит, он мощный. Значит, мощный лифт. Опа, перепрыгиваем. Это я, ребята, знаю. Как я так... Стукнулся. Стукнулся прям об эту штучку. Тихо. Все начинает схлопываться. Так, и здесь нам нужно аккуратненько. Так, прыгаем на наш супер мощный лифт, который не схлопывается. А здесь мы перепрыгиваем, подходим поближе. Перепрыгиваем. И все, и переходим на следующий уровень. 98 уровень у нас завершен. 99. Хрупкое, как стекло. Ух ты! Смотри, как интересно. Тут получается все хрупкое очень. Давай еще раз попробуем. Да, а если это? Это исчезнет, интересно? Да, исчезло. Офигеть! Можно было как пройти уровень. Неплохо, неплохо. Так, полезный груз. Так, а что с этим грузом делать? Подожди, полезный груз. А где нажималка? А двигается этот груз?
Да. Ага, что ж делаем? Давайте, значит... Я не знаю, что с этим полезным грузом делать. По правде. Ну, давайте попробуем. Нифига. А-а-а, понял. Надо на лифт положить этот груз. Вот, и у нас груз давит на лифт. И лифт потихонечку начинает спускаться. Да, все понял. Все понятно. Ах, чуть-чуть не допрыгнули. Так, убираем этот полезный груз. Нифига. Ну давай, поднимись немножечко, алло. Ладно. Сейчас мы сдохнем специально. И попробуем заново полезный груз. Давайте положим сюда побольше. А теперь немножко уберем, чтобы он скорость замедлил свою. Ага. Ладно, подождем немножко. Пускай набирает свой, так сказать, скорость. Не такую большую. Все, открыли и убегаем отсюда, с этого уровня. 100-й уровень. Полезный груз. Так, дальше. Они живые, ребята, они живые, в смысле? Ага. Тихо. Опа, опа, быстрее, быстрее, быстрее. Опа, ух, успели. Успели, успели. Так, теперь здесь надо аккуратненько. Опля, 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 опля. Так, вроде бы успели. Так, вот эта штучка, у нее ход короткий. Поэтому, оп, все, хорошо. Так, все, бежим, 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 быстрее, быстрее с этого уровня. Ой, окна, факелы, кирпичи. А значит, здесь все двигается, да? А, нет. А факелы? Факелы, ничего не двигается. Странно. Окна, факелы, кирпичи. А, так, стоп, стоп, стоп. Окна, факелы, кирпичи. Сколько окон у нас? 3 окна. Факелы, 3 окна. Кирпичи. 1, 2, 3, 4, 5. 5 кирпичей. Значит, 3, 3, 5. Такой у нас пароль. 3, 3, 5. Отлично, в принципе, несложно было. Так, за 7 замками. Ух, фига, сколько замков. А, вот я вижу ключики. Угу. Вот у нас ключик еще прячется. Вот здесь еще прятался. Так, а где еще один ключ? Интересно. Где-то еще такой полупрозрачный ключ есть, который я пока не нашел. Где он прячется, я пока не понял. Ага. Ну, а где он может прятаться, я не понял. Ага, что-то я за факел потрогал, и он открылся. Знаешь, где-то в факеле было. А где паук? Смотри, ребята. Ё-моё! Подожди, я двигаться не могу? В смысле, а где паук? Так, ладно. И не прыгает, и не двигается, и ничего не делается. Нам нужно, ребята, паука найти. А, вон, смотри. Так, просто нажимаем на паутину на себя. И паутина исчезает. Хорошо. Ну, хотя бы паука нету, ребята. Я не знаю, это не босс. Но он не мешает двигаться, эта паутина. Это не очень хорошо. Так, все, быстренько забираем ключик. Опа. Ну, паука не было. Вроде бы. Все нормально. Так, они ждут тебя. Так, 3 ключа. Какой возьмем? 105-й уровень. Ох, нифига себе. Вылетела какая-то петарда. Опа, фигушки. Ох ты, я не думал, что он будет сверху падать. Ага, тихо. Тихо, тихо, тихо. Прыгаем. Так, здесь будет сверху падать. Так, а здесь непонятно где. Ай-яй-яй-яй. Ну, я так и думал, что он слева побежит. Полетит. Ядро это. Все, 105-й мы пришли. Так, время на исходе, ребята. О, бомбочка сейчас взорвется. 25 секунд у нас. 25 секунд, 22. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Нам нужно мину эту скинуть.
А, мину надо скинуть прям к выходу. Так, 9 секунд осталось. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Давай, взрывайся. Фух, я думал, что будет взрыв, там как ядерный взрыв будет. Ага, так, йога уровень. А, в смысле йога уровень? То бишь он меня ничего не делает. А, типа надо чисто по вот этим бегать, понял? Йога. Мы с вами, ребята, йоги. И мы должны прыгать только на вот эти острые шипы. Представляешь? Главное долго в эту игру не играть с шипами. Иначе мы привыкнем чисто на шипы падать. Прыгать, то есть ходить по шипам. А потом, когда будет новый уровень, который будет с настоящими шипами, мы на них будем прям не бояться прыгать. Но бояться реально надо. Так, сейчас заберем ключик. Все. Открылся наш домик. Тюрьма. Уровень открылся. Все, и убегаем. Так, а вот у нас новый босс, ребятушки. Интересно, что он будет делать? Плачет, плачет. Ой, плачет, ребята. Фу, хорошо, что я не тону. Нормально. Чё ж ты плачешь, дружище? А если я до тебя докоснусь, я не умру? Нет. Да что ж ты плачешь? А как же мне тебя убить? Факелы не берутся. А, в смысле? Ребята, там меняется эта штука. Куда можно прятаться? Все понятно. Он начинает плакать, и у нас открывается какое-нибудь место. Вот здесь вот. Свободно. Сейчас у него справа будет. Так, справа. Идем сюда. Лучок. Лучок плачет. Так, все. Теперь аккуратненько сюда подплываем. И следующий где-то будет в середине, стопудово. В середине, даже вот здесь в середине не встану. Посмотрим. Ну, хотя нет, это не точно. Где? Ох, нифига, нифига, нифига. Я не знал. Ладно, еще раз играем. Надо сюда идти. А потом слева, потом направо, там кто будет, стопудово. Он плачет, набирается много слез. Все, он поплакал, ребята. Теперь он уже сейчас не будет плакать. Дальше набирается. Сейчас будет набираться водичка. Так, идем сюда. Так, ребята, следующее будет очень быстро, поэтому нам нужно сюда плыть. Даже вот так сделаем. О, все хорошо. Так, три раза произошло это событие. Так, давайте быстренько. Наверное, сейчас будет справа. Но это не точно. Блин, это в середине, да как так? Я так и думал. Примерно, что будет в середине. Ладно. Так, запомнили. Сначала здесь. Хорошо. Потом в этом месте. Ждем. Поехали. Так, а теперь надо срочно в левую сторону нам идти. Быстренько. Так, он еще и не прыгает здесь. Так, сейчас быстро будет вода набираться. Вот, видишь, как быстро. И сейчас в середине будет. В серединке. Ну, когда ты там уже наплачешься, лучок? Прям очень быстро. Так, ну и в конце, я думаю, здесь будет. Скорее всего. Да. Нормально. Ну, я думаю, ты уже закончишь плакать-то, алё. Лучок. Всё, ну, хорошо. А, мы выиграли. Мы прошли этот уровень, ребятушки. Прошли этого босса. В принципе, он несложный. Главное запоминать там, где он... Будет место, куда можно спрятаться. Ну, в принципе, проходим дальше.
Помоги себе сам. Вот такой уровень, ребята. Ага. Здесь два челдобрека, которые бегают. А, типа вот здесь я должен встать. А как мне тем руководить? Помоги себе сам. А как мне телепортануться к этому? Не понял. А, вот смотри, есть перекладцев. Перекладцевалка. Все понятно. Что-то я ее не заметил сразу. Все нормально. Вроде бы не сложно. Так, все хорошо. Все, в принципе, не сложно был уровень 109. Ну что ж, дорогие друзья, а 110 уровень мы, ребятушки, будем с вами проходить уже в следующем уровне. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, передавайте привет, пишите. Я в следующем ролике вам передам привет. Ну а сегодня мы закончили серию. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока.